Я родился в ту пору, когда только что завершилась битва за Москву, и до победы было еще 3 с лишним года. Ах, детство! Светлая, трепетная пора. Все познаешь в жизни впервые. Никаких тебе противоречий. Все интересно. Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом. Родительский дом, начало начал, и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. Наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало начал, и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах